співучим серці України. Моя Полтава, наче квітка розцвіла. Тебе милує сонце золотаве, весну несуть на крилах журавлі. Ми всі твої сини, моя Полтаво, прийми з любов'ю наш Тобінецький уклін. Прийми з любов'ю наш Тобінецький уклін. І нема ніде такого місця на землі, де так світить сонечко ласкаво. Квітне у віках, немов троянда навесні, рідна земля, матінко Полтаво. Люблю твої зелені діброви, широкі на зорі поля. Ти кличеш нас до себе знову і знову. Усі ми це одна міцна сім'я. Бо ти у нас в серцях одна єдина. Моя Полтаво, рідна матінко моя. Моя Полтаво, рідна матінко моя. І нема ніде такого місця на землі, де так світить сонечко ласкаво. Квітни у віках, немов троянда навесні. Рідна земля, матінко Полтаво. І нема ніде такого місця на землі, де так світить сонечко ласкаво. Квітне у віках, немов троянда навесні, рідна земля. Вона говорила, що должно було бути в середу. This is Ludmilla serving her clients with Bible basics on the table. Well, it's not everybody who's managed to bring 30 people into the truth. And we're here in Poltava in the Ukraine in a kiosk that sells pet food. And here is Sister Ludmilla, and she's someone who managed to do that. She brought 30 people or so into the truth and founded an ecclesia here, mainly of women, here in this town in the center of Ukraine. Ludmilla, объясни, пожалуйста, немножко. Кто ты, откуда ты? Людмила, please explain to us a little bit who you are, where you came from, where you grew up, what your earlier beliefs were. Я из Украины, живу в городе Полтаве. I'm from Ukraine. I live in Poltava, but I wasn't born here. Я родилась в Одесской области. I was born in Odessa. Мои родители и мои дедушки и бабушки все были православными. All my ancestors and relatives were Russian Orthodox. Дедушка по папиной линии был священником. My grandfather was a priest. Дедушка и бабушка по маминой линии были певчими в церкви. And they were all very involved in running church services. Но я жила во время Советского Союза, где о Библии, о Боге, о церкви было говорить запрещено.
but I grew up in the Soviet Union, where talking about the Bible and going to church and things like that were really forbidden. Мама моя, наверное, була верующей, но она мне говорила: "Запомни, что живи для людей так, как хочешь, чтобы относились к тебе". И говорит: "Если есть Бог, он будет тобой доволен". My mother was a secret believer, but not an open one, and she told me to just live a good life and to be kind to people and do to others as you would like them to do to you. Я старалась жить по этим законам, но мне было я не знала, есть Бог или нету Бога. I tried to live like that, but I didn't actually know whether there actually was a God or whether there wasn't. Но когда говорили что-то плохое о Боге, мне было очень неприятно. But when I heard people blaspheming, it was really painful for me. Я в церковь ходила очень-очень редко, православную. I did go into a church just a couple of times. Но что-то меня туда тянуло. But something pulled me all the time towards Christianity. И вот настало время, когда я очень захотела узнать о Боге. And so, as I grew older, I really wanted to know about God. Это было как такое большое желание, что мне просто как жажда. Я искала везде Бога. It was like a thirst for me. I searched absolutely everywhere for any information about God. Я не знала, где правильная церковь, где неправильная. Я слушала все, я впитывала все. I searched around absolutely everything I could lay my hands on. И вот однажды было объявление в газете: Полтавская библейская школа набирает слушателей. И я поступила в эту Полтавскую библейскую школу. And then I saw an advertisement after the end of communist times for some Bible school. За год я ее закончила, и я поняла, что мне этого мало, этих знаний. И я поступила тогда в Брюссельский международный заочный институт по изучению Библии. And then I went on to study as an external student at the Brussels Institute of Biblical Studies. Кроме этого, я прочитала объявление в газете, и что можно изучать Библию заочно. Это объявление давал Данкан Хистер. And then, after that, I came across an advert from Duncan that simply said, "Do you want to study the Bible independently?" Сначала мне были присланы вот такие занятия по Библии. I started off by studying the Introducing Bible Basics. Но мне было этого мало. But that wasn't enough for me. Мне очень хотелось узнать больше о Боге. I wanted to know more about God. Моей самой первой книгой был Новый Завет. The first religious book I had was a New Testament. Во времена Советского Союза Библию было купить просто нереально. And I was very proud of this because in the time of Soviet Union it was absolutely impossible to get hold of a Bible. И я пришла на рынок и спросила, где можно купить что-нибудь. И вот мне продали тогда Новый Завет. Это было очень тайно. I was in a market once, and somebody sold me secretly for a big sum a New Testament. Я начала читать его с Деяний апостолов почему-то. For some reason, the first book I read was Acts. Читаю, а ничего понять не могу, оторваться не могу. But I totally couldn't understand anything. И в это время я Данкан мне прислал книгу «Основы Библии». Вот такую. But then I went on to get Bible Basics that Duncan sent me. И когда я прочитала эту книгу, я поняла, что здесь находится истина. And I immediately instinctively felt that here there is the truth. После окончания курса библейского института мне предложили преподавать в евангельской школе. Я отказалась. After I had finished studying with the Bible Institute I was studying with, they invited me to become a lecturer at a Bible Institute. Потому что я нашла, истина была здесь, и мне нужно было там говорить о триединстве, а здесь я поняла, что этого нету. But I turned that down because I had learnt that God is not a Trinity, and so I couldn't be part of that. Через полгода я приняла крещение. About
half a year after finishing Bible Basics, I was baptized. И вот здесь я уже в этой церкви 14 лет. And that was 14 years ago. Я работаю в этом киоске. So I work here in this kiosk. Я считаю, что у меня самый добрый киоск. I think I have a nice little kiosk here. И у меня самые лучшие покупатели. I have really nice group of clients. Они очень добрые. Они меня очень любят. Я их тоже. They love me and I love them. Они мне верят. Они приходят сюда со своей любовью. Им не хватает нежности и вот этого тепла. They come here to buy things for their pets. And there's not enough love and kindness and gentleness in this world. И я им рассказываю о Боге. And so I simply tell people about God. Я им рассказываю об истине. About the truth. И вот раздавала бы здесь такие листовки. So I have these leaflets about Bible Basics, and I give these to my clients. Первыми, кто принял крещение, это были, конечно, был мой муж. The first person to be baptized because of my work was, of course, my husband. Я после моего крещения поехала уже... Нас было уже 7 человек из Полтавы на второй мой лагерь. So, you and your husband Valery were baptized, the baptized believers in this town. So what happened next? Ты принял крещение, муж твой Валерий принял крещение, и что дальше? А затем, после этого, я почувствовала прилив сил. Я почувствовала, что силу духа. И это... Some great strength and energy came upon me. I suppose you could call it the power of the Spirit. У меня было такое ощущение, что я поднялась над землей. I had such a feeling that I was walking some little bit above the earth. Я чувствовала, что от меня идет какой-то особенный свет. I really felt that I was walking in the light with God. И, наверное, это заметила не только я, а и окружающие. And it seems that the people around me also noticed that. И в это время начали ко мне приходить люди. And so people started to come to me. Они тянулись к свету. And they were, people are attracted to the light. И наша церковь, экклесия наша полтавская, начала расти. And so our ecclesia here in Poltava began to grow. Сюда приходили все новые и новые люди. Им показывала основы Библии, они получали их, и церковь увеличивала. So I gave people Bible Basics, they gave their copies to others, and I kept giving them out to people, and so the news spread. И те, кто пришли, остались в церкви, в экклесии до сих пор. И я очень рада. And I'm very glad that many of those people who were baptized then have remained in the ecclesia until now. Сейчас позже приняла крещение и моя дочь. And then a bit later, my daughter was baptized. And where then did you meet, and how did you run your meetings? Где вы собрались, и кто провел или провела собрание? Собирались у нас дома. Собирались дома, это чаще всего было. Ну, в основном раз в две недели, потому что я работаю. So we used to meet regularly in our house, in our apartment. Крещённых в экклесии около 30 человек. And we came up to about 30 people who were baptized. У вас дома, ваша квартира очень маленькая. Your apartment is very, very small. Не маленькая. Помещались все. Сначала было меньше людей, потом больше, приносили стулья. Хватало всем места. We somehow managed to fit in. Even people brought their own little stools to sit on. Я Библию изучала от корочки до корочки. Вот запоминалось всё. Encouraged me to read the Bible from cover to cover again and again. И кто вообще провела этих собраний? Как вы это сделали? How then did you develop the ecclesia? How did you run the ecclesia further? В основном эти все собрания проводила я. Проводила я, потому что ну так получилось, и многие женщины здесь на Украине организовали свои экклесии местные. Well, it was me who ran the ecclesia and gave the exhortations
And that's the same with other little ecclesias here in the Ukraine that are run by sisters. And do you think that that's what attracted a lot of women to come to your ecclesia? Ти думаєш, що це було як-то привлекательно, особо для женщин, фактом, що ти як женщина провела? Иисус после своего воскрешения появился именно перед Марией. Он мог появиться перед своими апостолами, которые находились в храме и плакали о нем. Но он появился перед Марией. Well, probably. And I remember how when Jesus was resurrected, he revealed himself first of all to Mary Magdalene. И сказал, пойди, научи моих учеников. And told her to go and teach the others. И ученики должны были послушать Марию. Многие не поверили ей, так же, как и многие сейчас братья тоже считают это неприемлемым для женщины. And of course not everybody believed Mary Magdalene, and of course some brothers don't think that I should have done what I did. But how do you feel looking back now 14 years on what you've been doing? Как ты чувствуешь, смотря обратно 14 лет на все то, что ты сделала? Я считаю, что работа сделана, может быть и маленькая работа, может быть недостаточная, но немножко здоровье не позволяет. Well, I feel that I could have done a lot more, and probably I should have done a lot more, but I've had health problems lately that make me not so active, and I just thank God for what I could do. And why do you think that people, any people, here in the Ukraine would so want to be baptized? Why do you think this was? Почему ты считаешь, что обыкновенные люди здесь в Украине так хотели принять крещение? Наверное, они тоже искали истину так же, как и я, потому что I think that people are somehow searching for something in the same sort of way that I was searching for something. Здесь очень крепкие традиции православия. Here there's very strong tradition now of Russian Orthodoxy. Но православие не дает столько знаний, не дает только понимания, кому молиться, куда молиться, зачем молиться. But Orthodoxy doesn't give answers to the questions that people have: how to pray to, who is God. They don't find answers. У меня одна покупательница, она православная, и вот она принесла мне такую книгу. One of my clients is Russian Orthodox, and she brought me as a present this old book, a Bible. Это очень старая книга. Это псалтырь, где 19 век. This is a very old copy of the Book of Psalms, which they read in the church. Эта женщина очень ко мне хорошо относилась, она сейчас, к сожалению, умерла. She is now died, unfortunately. But that is in Slavonic language. Это на славянском языке написано, правильно? And do people understand that? Люди разве это поймут? Да, конечно. Но это она просто принесла, очевидно, то, что у нее было самое дорогое. Well, for her it was very meaningful, perhaps, but not understandable. Я очень рада, что в нашей экклесии проводятся собрания, проводятся занятия. Есть достаточно литературы, где можно найти понимание, найти путь к Богу. What I think people liked and like is that we have a lot of literature that is available that covers pretty well every question, and people like getting that kind of literature. И как ты сама? Самом вот внутренний вот себе, как ты сама изменила? And so how have you, would you say, been transformed by the gospel, you very personally? Жизнь дает очень много проблем, очень много испытаний. Of course, life is full of problems and tests. И только в Библии я нахожу этот покой, это понимание. And only really in the Bible have I come to find comfort and calmness through having the answers. Библия дает ответы на все жизненные вопросы. Это наша инструкция жизни. I really find that the Bible is speaking to me about all the practical issues that we face.
Я понимаю, что без Слова Божьего сейчас просто невозможно жить. For me, it's just impossible now to live without reading the Bible. И я счастлива, что я вот так здесь. And I'm really so happy and peaceful now. And how do you think that, how would you advise people to preach in their own context? Как ты советовала бы людей проповедовать в их контексте? Because we would all like to have had the success that you have had. Потому что мы все хотели бы иметь такой успех в евангелизации, так как был у тебя. Я думаю, что нужно просто гореть этим. Нужно самому пройти через это все, понять, и тогда действительно станешь светом, которому будет светиться. I don't really know, but it seems that if you really believe and if you're really on fire for these things, then you become naturally the light that other people notice, and they surely will come to you because they see something in you. Я вот нахожусь на работе, и вот это моя первая Библия. So I'm now at work, and this is my Bible that I have at work. Она со мной всегда на работе. It's always here with me at work. Она у меня открыта, вот здесь лежит. It, I just keep it here under Даже the shelf. Даже если я ее не читаю. If I don't read it one day. Она возле меня рядом. All the same, it's I have to have the Bible near me physically. Посмотрю на нее, и мне становится спокойнее. Just holding it, I feel that this is my true friend. Вот видите, она в таком виде. Я ее люблю. Я ее люблю, она so у меня здесь. У меня сейчас уже несколько других Библий, но это самая любимая. It's falling apart, and I have, of course, other Bibles, but this is my favorite because it's got all my notes in it. Труд в Полтаве, не в жизни Людмилы и ее семьи. Thank you, Father, for so blessing our work here in Poltava and in Людмила and in her family. Господи, мы просим у тебя за твою помощь, чтобы это продолжался, и чтобы мы, в конце концов, все будем жить вместе в твоем царстве. And we ask, Father and Lord Jesus, that in the end, we and all the others baptized here in the city will come into your kingdom soon. Во имя Иисуса. In the Lord's name. Amen. Amen. Здесь было бы, может, еще интересно сказать, потому что только сейчас до меня дошло, что мои хозяева неверующие, но взяли меня на работу только потому, что я верующая. И наш киоск, они имеют много киосков, наш дает самый большой прибыль. Вот, и они считают, the interesting что thing is that my boss is a complete atheist, and yet she took me to work, she said, she employed me because I am a believer, because she thinks I will be a good person. And since I started working with this kiosk is one of a chain of kiosks, and it's now the most profitable for her. К ним сюда я устроила еще трех наших христодельфиан. And there are now three other Christadelphians that are working here in this kiosk. Здесь у этого участника. И наш дает самую большую прибыль. And we make her the most profit. Хозяйка считает, что это у нее Божье благословение. Вот именно здесь. And she considers that this little kiosk, even though she doesn't believe in God, she thinks that it, she said that it must have some special blessing from God. Они меня очень любят, потому что именно здесь вот такое благословение. So she feels this blessing that's here in this little kiosk. И у меня еще как получилось, когда я осталась без работы, поломана рука, у меня рука не действует. Я была с поломанной рукой, и у нас наш завод закрылся, и я написала Данкану, я не знаю, что мне делать, потому что у меня поломана рука, и я работу себе не найду. И он написал мне, я молюсь о твоей работе. There was a time when I broke my arm and it wouldn't heal for a long time, and I really couldn't work, and I didn't know what to do, and I asked Duncan to pray for me. И он помолился, он написал, что я молюсь, и буквально через неделю открылся этот киоск, и через пару дней меня пригласили сюда на работу. And then I was given another job here. В
Прямо с поломанной рукой я работала здесь, начинала работать. And she, the boss allowed me to work here, even though I was not working, but to get paid, she means, even though I had broken arm and I couldn't do anything. Поэтому хозяйка считает, что это было Божье благословение. Because she can, the boss considers that kind of with me here, it has God's blessing. Да, я здесь 14 лет. И вот этот наш киоск дает самую большую им прибыль. So 14 years I have sat here working in this kiosk. С Господом, with the Lord.